Добрый день! Сегодня свяжем вот этого милого пасхального кролика. Начнем вязать с ножки. Одну ножку такую я уже связала. Сейчас с вами свяжем вторую. Набираем 6 столбиков без накида. Первый ряд готов. Затягиваем. Первый не сильно затягиваю, потом мне просто неудобно будет следующий ряд вязать, потом затяну после второго ряда. Так. В следующем ряду делаем 6 прибавок. То есть мы провязываем каждую петельку по 2 столбика без накида. Две петельки, следующую 3, 4, пять, шесть, и так до конца ряда. Довязала до конца ряда. Теперь затягиваю хорошенько уже наше колечко, чтобы не было дырочки. Вот так. В следующем ряду опять делаю прибавочки, только уже через одну петлю. Одну петлю мы провязываем 1 столбик без накида, следующую петлю 2 столбика прибавочка, следующую петлю столбик 1, следующую 2 столбика, 1, 2. Так до конца ряда. В конце этого ряда у нас получилось 18 петель. Теперь мы 2 ряда вяжем просто в каждую петельку по столбику без накида. Перекидываем ниточку, отмечаем начало ряда. Заводим первая петелька, вторая, третья. Итак, 2 ряда. Провязали 2 ряда. Вытаскиваем ниточку, которую мы как маркер использовали. Теперь вяжем 1 ряд за заднюю стеночку. То есть, если мы обычно берем вот за 2 стеночки, то сейчас мы берем только за ту, которая дальше от нас, за заднюю стеночку. Вот так. Провязали. У нас получилась вот такая вот линия. А теперь мы делаем убавочки через одну петлю. Одну петлю мы провязываем, как обычно, за обе стенки. Столбик без накида. И одна убавочка. Подхватываем за передние стеночки. И завершаем столбик без накида. Когда мы закончили этот рядочек, у нас осталось 12 столбиков без накида. Мы сейчас наполним совсем немножко наполнителя, ну очень прям вот капельку, ну, пару шариков вот этих, которые холофайберные, вот 2 шарика, немножечко, чтобы оно не было такое расхлябанное. И ниточку нашу заправляем сюда. И теперь у нас будут убавочки. У нас осталось 12 петель. Мы делаем подряд 6 убавок, чтобы уже закрыть нашу ножку. И продеваем вот так вот наши оставшиеся 6 петелечек по одной. Туда-сюда. Туда. Сюда, туда, сюда,
Будем вязать вот такую ручку. Одну я уже связала. Сейчас свяжем другую, вторую. Набираем в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. Стягиваем вилечку через прибавка через одну, то есть нам сделать надо 3 прибавки. Вот мы в первую петелечку провязываем просто один столбик без накида, один столбик без накида. Следующую 2 столбика без накида. Один, два, следующую один столбик, в эту один, два, один столбик. Два. Так, теперь после этого ряда я хорошо затягиваю кольцо амигуруми, чтобы не было дырочки. И теперь мы вяжем просто, у нас в этом ряду получилось 9 столбиков без накида. Теперь мы вяжем просто ряды вверх. Сейчас посмотрю свою схему. 7 рядов по 9 столбиков без накида. У меня это получилось 3 сантиметра. То есть, если у вас что-то по-другому получится, как бы там, ну, корректируйте же. В общем, получается по длине 3. У меня получилось 3 сантиметра. Так, ручку я довязала. 3 сантиметра. Тут даже может, ну, ряды может бессмысленно считать. Просто вот по сантиметрам. Померили 3 сантиметра и закрываем. Значит, последняя петелечка показываю. Соединительный столбик заводим, проводим через эту петельку и сразу же через петельку на крючке, которая у нас, это называется соединительный столбик. Обрезаем ниточку. И завязываем 2 ниточки. Это ниточка наша, которая вот отсюда, да, у нас тянется. И вот это. Завязываем. Узелочек. Ничего у нас не распустилось потом. И все, и наши ручки готовы. Значит, ушки вяжутся точно так же, как и ручки, как начало ручек. Только ручки мы вязали 3 сантиметра, а ушки... Ухо 7,5 сантиметров должно получиться длиной. Там пол сантиметрика примерно уйдет у нас в середину зайчика. Пришивать мы будем. То есть ухо вы должны связать 2 уха длиной 7,5 сантиметров. Теперь мы будем вязать наше туловище. Кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. Затягиваем колечко. 6 прибавочек делаем в каждую петелечку по 2 столбика без накида.
Затягиваем хорошо колечко, чтобы не было дырочки. Вот в конце ряда у нас получилось 12 петелечек. Теперь мы прибавки делаем через одну петельку. Одну петельку, один столб, одна прибавка. Один столбик без накида. Следующую петельку провязываем 2 петли. Это прибавка называется. Столбик без накида. Следующую петельку прибавка. То есть 2 столбика без накида. Так весь ряд чередую через один. В следующем ряду у нас должно получиться 24 петли. Мы здесь делаем прибавки через 2 петельки. То есть 2 петельки провязываем 2 столбика. Отмечаем начало ряда. Ниточку так перекидываем. 2 петельки провязываем просто столбиками без накида. Один столбик, второй столбик, следующую петельку уже прибавка, 2 столбика без накида, следующую один, второй столбик, в третью петельку прибавочка, то есть 2 столбика без накида. И так до конца ряда. В следующем ряду делаем наши прорези для ушек. Отмечаем, перекидываем нашу ниточку, маркер. Отмечаем начало ряда. Делаем 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. Здесь пропускаем 3 петельки. Раз, два, три. И в четвертую провязываем столбик без накида. Вот у нас получится такая прорезь. Так, одну петельку мы провязали, еще 8 столбиков без накида провязываем. 1, просто в каждую петлю. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, то есть всего 9. Тут мы закрепили вот эту, да, первую, и еще 8, всего 9. Повторяем ту же самую схему. Раз, два, три, 4 воздушные петли, 3 петелечки пропускаем. Раз, два, три. И четвертую вяжем столбик без накида. То есть вот у нас цепочка это на крючочке. Цепочка из воздушных петель. Вот так. И вторая прорезь у нас. Вот сюда мы будем потом вставлять наши ушки, чтобы они более аккуратно были пришиты. И заканчиваем ряд. 8 столбиков без накида. Вяжем просто петелька в петельку. 4, 5, 6, 7, 8. Все, рядочек у нас закончился. А, у нас тут так получилось в прорези. В следующем рядочке мы будем вязать по вот этим, да, воздушным. В следующем рядочке нам нужно делать прибавочки через 3 петельки. Отмечаем начало ряда. Провязываем. Один столбик без накида. В этих воздушных петелечках. Тяжело их захватывать. Можете пальчиками, ноготочками себе помогать. Два. Три. Четвертую мы делаем прибавку. Одну петельку провязываем 2 столбика без накида. Теперь мы рядочек провязываем 30 столбиков без накида. Отмечаем начало ряда.
Провязываем 30 столбиков без накида. Давайте самостоятельно провяжем до конца ряда, просто каждую петельку по столбику без накида и встретимся. Провязали мы 30 столбиков без накида. В следующем ряду отмечаем начало ряда прибавочки, делаем в пятую петельку, то есть 4 столбика без накида. Мы вяжем петелька в петельку и потом делаем прибавочку. 1, 2, 3, 4, прибавочка. В следующем ряду провязываем 36 столбиков без накида. Просто в каждую петельку по столбику без накида. В следующем ряду прибавки делаем через 5 столбиков без накида. Отметили ряд. Вяжем 5 столбиков. 1. 2, 3, 4, 5, прибавка. В конце этого ряда у нас получилось 42 петли. Теперь мы вяжем 3 ряда по 42 петли. Отмечаем начало вот этих трех рядов и вяжем 3 рядочка. Просто петелечка в петелечку. Вот провяжем я себе, вы себе и встретимся. В следующем ряду нам нужно ввязать ручки. Они должны быть напротив прорезей. Вот так. Мы их прикладываем к основному полотну. Будем провязывать вместе с основными, с петелечками, которые у нас сейчас в очереди, как бы, да? Протыкаем вот здесь. Вот так. Две петелечки. И вот эту петельку. И провязываем все это вместе. Столбиком без накида. Протыкаем еще две. Далее. И вот эту следующую. И провязываем столбиком без накида. Через все эти петельки протягиваем. Провязываем. Втыкаем следующие две, продеваем. Так. И сюда. Провязываем. И последние. Четвертая петелечка. Провязали. Теперь дальше вяжем 17 петель. Просто петля в петлю. Раз, два, 17, 18. Ой, не, 18, все уже, 17. Связали. Следующую ручку берем. Прикладываем. Это тоже у нас напротив ушка. До конца ряда довязываем 17 петель. Довязали. В следующем ряду у нас просто 42 столбика без накида. Просто провязываем петелька в петельку.
Отмечаем начало ряда. Наша ниточка. Ой, так. И провязываем. Раз, два. Так, теперь пришиваем ушки. Мы вставили ушко, дырочку сюда, вот оно. Вставили ушко в дырочку. Выверлили наизнанку. И теперь здесь его надо пришить. С изнанки он берем и пришиваем по кругу, вот так вот, цепляясь за столбики на ушки и на основании. Так, дальше мы пришили наши ушки, продолжаем дальше вязать. Значит, у нас, отмечаем начало ряда, у нас сейчас 42 петли. Мы прибавочками увеличиваемся до 48, делаем 6 прибавочек. Они у нас будут через 6 столбиков без накида. В седьмую петельку мы набираем прибавку. Значит, 1 столбик, 1, 2, 3, 4, 5, 6, прибавочка. Когда мы довяжем этот ряд, у нас будет 48 столбиков без накида. Далее мы провязываем 5 рядов без прибавок по 48 столбиков без накидов. Мы провязали 5 рядочков нашего зайчика. Вот у нас уже такой получается. И теперь мы будем его закрывать, завершать. Для этого нам нужно будет делать убавочки. Так, значит, отмечаем... Ой, ниточка моя потерялась. Отмечаем начало ряда и делаем убавочки через 6 столбиков. То есть провязываем 6 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть. И теперь делаем убавочку. Подцепляем 2 петелечки за переднюю стенку, провязываем как одну и заканчиваем столбик без накида. Довязали до конца ряда. Отмечаем начало следующего ряда ниточкой или маркером. А теперь убавочки мы будем делать через 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, убавочка. Цепляем одну петелечку, вторую за передние стеночки, провязываем и закрываем в одну. А теперь мы делаем, отмечаем начало ряда, делаем 4 столбика, 1 убавка. 1. Ой, ниточка мешает. 1, 2, 3, 4. Убавочка.
То есть из двух петелек делаем одну. Мы довязали этот рядочек, где у нас было 4 петельки, 1 убавочка, и у нас получилось 30 петелек. Мы сейчас набьем нашу игрушечку. У меня наполнитель холофайбер. Мне он очень нравится. Я его беру на килограммы. Вы можете также в сети заказать, там и по 200 грамм продают. Также его продают вот такими маленькими упаковочками, там 250-500 грамм в любом рукодельном магазине. То есть, так. И теперь следующий ряд мы будем вязать. 3 столбика без накида, 1 убавка. Довязали рядочек, вот у нас уже уменьшается отверстие. Отметили следующий ряд. Здесь у нас будет 2 столбика, 1 убавка. 1. 2 столбик. Убавочка. Довязали. У нас осталось 18 петель. Теперь мы вяжем через один столбик. Один столбик вяжем просто, потом убавочка сразу. Один столбик, убавка. И вот эту комбинацию нам надо повторить 6 раз. Один столбик, убавка. Так, еще 4 раза. Так, осталось у нас 12 петелек. Смотрите по плотности, если хочется еще добавить холофайбер. Вот мне немножечко еще не хватает. Нужно сейчас добавить. Последний шанс. Так. Все, добавили. И делаем 6 убавок. Сделали 6 убавочек. Обрезаем ниточку такую. Ну вот, так где-то. Где моя иголка потерялась? И иголочкой все это закрываем. Стягиваем, чтобы было все аккуратненько. Так, потом сюда, следующую, все петельки, которые у нас остались, и в эту тоже, и в эту. Так, достаточно, и тянем, стянули, и все внутрь. Еще несколько раз продели, чтобы закрепить кончик. Такой зайчишка у нас получился. Вы же формируете ушки как хотите. Так или вот так. У меня в предыдущем вот так вот. Вот. Осталось приклеить глазки, носик, пришить ножки и сделать хвостик. Так, берем ножки. Вот они у нас такие получаются, как бы выпуклые с одной стороны. И вот где плоские, мы прикладываем их к зайцу. Вот сюда. Получается, вот здесь, где у нас был первый ряд, и вот начиная со второго ряда. И за вот эту вот, там, где мы делали ряд за заднюю стенку, а от передней стенки у нас остались такие вот полосочки. И мы за них цепляемся. Не полосочки, а передняя стеночка петли. И вот так пришиваем.
Так. Вот так. И еще раз проходим, чтобы крепко было. Так. Запуталась. Вот так получается. Мы пришили ножки нашему зайчику. А у нас осталось связать еще хвостик, нам нужно. Кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко. В следующем ряду 6 прибавок. То есть каждую петельку вяжем по 2 столбика без накида. Сильно не затягиваем, а то будет неудобно делать прибавочки. Потом после второго ряда затянем. Так. Первая петелечка. Вторая. Следующую. Третья, четвертая, следующую петлю, пятая, шестая, так до конца ряда. 15 петелечек у нас получилось. Затягиваем дырочку и теперь отмечаем начало ряда и вяжем 2 ряда по 12 петель. Провязали 2 ряда, получился такой кружочек. Теперь мы его закрываем. У нас же здесь 12 петелек, поэтому мы делаем 6 убавочек. Одна. Сейчас мы немножко набьем наш хвостик, буквально пару шариков. Так приложили в нужном месте. И пришиваем. Протягиваем сквозь зайчика. Потом сюда же в эту же дырочку. И вот таким образом пришиваем хвостик. Несколько стежочков делаем. Все, мы пришили хвостик нашему зайчику. Теперь нужно приклеить глазки и пришить носик. Глазки мы клеим. Сейчас посчитаю, скажу, в каком ряду. Первый, вот где эти 6, да, макушечка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вот получается, где начинается 6-й ряд, начинаются наши глазки. Сразу под глазками пришиваем носик. Так, бантик. Делаем закрепочную петелечку. Раз. 4 воздушные петли. Теперь столбик будем делать с 2 накидами. Первую петелечку. Провязываем столбик с 2 накидами.
Еще провязываем таких 2 столбика в эту же первую петелечку. Так, теперь делаем, вот так мы сделали, да, это у нас полбантика, теперь делаем 4 воздушные петли опять. Вот так, и сюда. Все в одну дырочку мы делаем, в одну петельку. Здесь расслоилась ниточка. Сейчас, секунду. Вот так соединяем. Это у нас половина бантика. Теперь делаем такую же половинку. Вот, пол бантика готова. Теперь еще одну половинку. Опять 4 воздушные петли. Сюда, так видно, вот получается вот сюда, все как бы в одну петелечку делаем все. Что мне тут расслоилось, перевязываем. Второй столбик с 2 накидами. В эту же петелечку делаем. Все в одну петелечку. И третий. Вот 3 сделали. Вот так должно получиться. И теперь 4 воздушные петли. И сюда же опять. Вот так. Сюда. Соединительный столбик. Оставляем ниточку небольшую. Вот так получилось у нас. И теперь обматываем наш бантик. И завязываем. Получился бантик такой. Этому зайчику хочу на ушко. Вот он у меня будет такой. Пока прикрепляю булавочкой. Вообще можно просто пришить. Такие у меня получились зайчата.